Председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, провел рабочее заседание с участием председателя Верховного суда Республики Таджикистан Шермахмада Шохиона, генерального прокурора Юсуфа Рахмона и руководителей других соответствующих структур, в том числе правоохранительных органов Душанбе. На заседании, наряду с другими вопросами, была проведена проверка обращений родственников изнасилованной трехлетней девочки из Турсунзаде и других аналогичных случаев, информация о которых в последние дни была опубликована в социальных сетях и вызвала огромный резонанс. По указанным вопросам и другим преступлениям, совершенным в период с 2017 по 2019 годы и 8 месяцев 2020 года, был заслушан отчет Генерального прокурора Республики Таджикистан по вопросам сексуальной свободы и сексуальной неприкосновенности. Было отмечено, что в связи с инцидентом, произошедшим в Турсунзаде, арестованы подозреваемые лица. В настоящее время продолжаются предварительные проверки уголовного дела, которое находится под строгим контролем. Также по этому вопросу отчитались председатель Верховного суда Республики Таджикистан и уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан. После отчета руководителей ответственных лиц правоохранительных органов уважаемый Рустам Эмомали поручил им, в том числе генеральному прокурору Республики Таджикистан, проанализировать следственную и судебную практику уголовных дел против свободы, чести и достоинства личности, нравственности, сексуальной свободы и сексуальной неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних, что предусмотрено статьями 138-142 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, определить причины и факторы совершения таких преступлений совместно с другими соответствующими органами, принять решительные меры для предотвращения их совершения в будущем. Такие гнусные и чуждые для нашего народа действия, которые совершаются особенно в отношении малолетних и несовершеннолетних, с использованием их беспомощного интеллектуального состояния, подрывают доброе имя нашей нации и общества и отрицательно сказываются на здоровье подрастающего поколения, разочаровывают его, подчеркнул председатель Маджлиси Мили. Уважаемый Рустам Эмомали поручил руководителям и ответственным лицам усилить агитационные и разъяснительные работы среди населения по предотвращению таких фактов. В целях дальнейшего предотвращения подобных постыдных деяний всесторонне совершенствовать нормы законодательства, прежде всего соответствующие статьи Уголовного кодекса Республики Таджикистан, усилить наказание в отношении лиц, совершивших такие преступления.